Всем добрый вечер, как мило видно, вкусно. Ну что, нормально? Хорошо. Ну, спасибо большое, Елена, за поздравление, очень приятно. Конечно, мы будем стараться дальше. Очень приятно, да, очень приятно видеть вас. Хорошая. Сидите, я тогда попробую погромче. Я сразу за голос, потому что очень болит горло. Хрипит, это, наверное, я хрипу. Хриплю. Так. Вот так вот. Вот так как слышно. Вот так хорошо, да. Ну, наверное, сначала, кто не знает меня, расскажу. Я в институте «Гинекология снова», в этом каталоге «Различные статусы центра», пришла я в компанию в начале года. Пришла на личный бренд нашего директора Анечки Козловской. И, конечно же, не прогадала я вообще ни капли с компанией «Ариклейм», потому что вообще, на самом деле, как-то на одной из первых встреч мероприятий такое было, возле выставочном зале было мероприятие, не помню, как называлось, почему было посвящено, но вот это было первое мероприятие, которое я посетила, и пришла и слышала такую фразу, что «Ариклейм» — это не какая-то, да, просто компания, «Ариклейм» — это стиль жизни. Ну, тогда как бы подумала, ну, стиль жизни, как бы, да, первый раз вышел, но, конечно же, сейчас уже с высоты такого времени немножечко, да, прошло. Конечно же, я понимаю, как меняюсь я. Я смотрю на своих девочек, команда, я вас тоже очень люблю. Мы уже все на самом деле стали как родные подружки, да, какие-то, которые знакомы очень-очень давно. И смотрю на вас, и все меняются. Это так на самом деле круто и приятно, что ты пришел, да, ты работаешь, мало того, что ты зарабатываешь, да, деньги, общаешься с хорошими людьми, но ты также еще и меняешься. Меняешься внешне, меняется очень отношение к себе, к окружающему миру, да, поэтому это, наверное, самое такое крутое, что произошло. Хочу, ну, пользуясь случаем, конечно, девчонкам, всем передаю привет. Жанну, Катю, Иру Чаеву поздравляю с званиями менеджера. Света Борзевич, Яна Шавела, так, Рудову Настю, поздравляю с выходом на 6%, Яну Корбан и Наталью Демьянцеву на 3%. Самая крутая команда в мире у меня, поэтому вот мои звездочки. Ну, перейдем, наверное, от эмоций к такому немножко делу, да, вообще, что мне помогает, что делаю я. Конечно же, никуда без 3О, 3П, или можно по-разному их называть, небеса. Конечно же, все, что началось, с чего, вернее, началось у меня, это, конечно же, с курса пользоваться продукцией, да, я сразу полюбила продукцию, полюбила продукцию Wellness, причем Wellness я попробовала раньше всех остальных косметических, да, каких-то продуктов, и, конечно же, влюбилась в нее сразу, поэтому пользоваться продукцией проблем не было. В принципе, пользовалась отлично, проходила стартовую программу, была в восторге от подарков, потому что когда получаешь такие подарки, конечно же, ну, приятно становится. Вот. Второй пункт, конечно же, это обучение, потому что девчонки, вот некоторые, да, не ходят второй раз на какой-то вебинар или не смотрят, да, допустим, думают, о, ты справишься опять, ну, я же уже смотрел, да. На самом деле, каждый спикер настолько индивидуален, настолько подает свое видение, да, всего, что происходит, что никогда не знаешь, где будет тот именно твой толчок, да, который тебя подпихнет как-то, взбодрит, промотивирует, да, то есть, ну, я в любом случае смотрю практически, да, и, ну, могу сказать 99% вебинаров, потому что мало того, что это полезная информация, да, для меня и для развития моей команды. Также это, конечно же, огромная мотивация, потому что когда смотришь на наших лидеров, на наших директоров, на наших менеджеров, конечно же, тоже так хочется,
тоже хочется побыстрее тогда и думаю, господи, ну почему кто-то может, я что не могу. Вроде как-то все то же самое, да, две руки, две ноги, 24 часа в сутках, поэтому тоже все можно. Ну, конечно, это третий пункт, конечно же, я приглашаю, начинала приглашать теплого рынка, моих знакомых. Ну, честно скажу, из таких знакомых у меня активно в команде два менеджера, это Аня Степанова и Таня Куранова. Вот это мой был теплый рынок, остальные не очень сильные. Могу сказать, что очень удивлена, что в команде холодный рынок, да, люди, которых я никогда не знала, мы сейчас очень хорошо общаемся. Извините. Общаемся очень-очень так близко, да, и не просто очень. Вот, сейчас хочу сказать вообще спасибо за... Да, мы уже стали, на самом деле, теплым рынком. Сейчас хочу сказать большое спасибо директорам за организацию бизнес-системы. То есть это такая вещь, которая пойдет работать. Ну, еще в нее даже не вошли, но сколько новых званий, да, по... Ну, то есть мы вошли, как бы, ну, не началось обучение. Первое обучение Академии бизнеса, конечно, будет в эту субботу. Чего очень-очень жду, да, и еще, да, мы к ней только, да, стали готовиться, уже столько менеджеров, столько результатов, это просто, это бомба, на самом деле, чувствую, рванем мы еще на всех сценах, вообще, Майами и Токио будут наши команды однозначно, да, кто-то из наших команд, скажем так, кто очень этого сильно захочет, я точно взорвется, да, от проекта «Территория роста», онлайн-проекта. Поэтому, конечно же, спасибо за такое обучение, за такие возможности, потому что, ну, там, где все круче становится, да, потому что Академия бизнеса, да, это не просто вебинар, сейчас все знают, что будет сейчас скажу умное слово, перерез, в общем, не будет обычных вебинаров, если вы хотите знать, да, ваша команда пойдет за вами в бизнес-систему, это рост он будет очень-очень-очень быстрый. Ну, в принципе, я этого всем желаю. Хочу единственное, что сказать, если вы думаете, да, что это все происходит как-то легко, и что вот у нее так получается, да, у меня вот я сижу и так не получается, могу сказать, что это приятно, да, то есть действия неприятные, действия очень приятные, но их нужно делать ежедневно. Я все время своим девчонкам говорю, да, кто-то позвонит, там, делала расход, нет, не делала. Я говорю, ну вот смотри, когда ты выйдешь, да, через выйдешь из декретного офиса, да, и выйдешь на работу, ты же не сможешь утром сказать, что-то настроение, вот как-то нет, не ходи. Я очень благодарна своим девочкам, что они меня нормально понимают, да, и реагируют на такие слова, потому что, ну, я думаю, это самая сильная мотивация, да, сейчас поработать, чтобы потом не работать. Поэтому это моя личная, да, такое отношение к этому. Я вижу, что в Reflame есть перспективы, грубо говоря, в Reflame есть деньги, и я хочу, в принципе, зарабатывать именно с этой компанией, потому что я сам себе начальник, у нас прекрасная команда, я буду общаться с теми людьми, с которыми мне приятно, да, не буду, а я уже это делаю, да. Поэтому, конечно же, стремлюсь, очень хочется, честно, золотого директора. Хочу быстренько вот так вот как-то, я не знаю, чтобы прошли все эти уровни, хотя на самом деле, может, полгода, ну, не полгода, а может, 3 месяца даже назад, мне даже представиться не могло, боже мой, 15%, это же так трудно, это же так страшно, а сейчас закрылись 15%, и сидишь и думаешь, так, ну, в принципе, 18%, это как бы, ну, так, вот реально, вот уже планируешь, думаешь, как-то так, поэтому ничего не бойтесь, никогда ничего не бойтесь, просто делайте, даже если вы не знаете, что делать, но вам сказали делать вот так, не бойтесь. Спонсор никогда плохого, да, не скажет, директор никогда плохого не посоветует. Если боитесь одного совета, да, как-то действовать, у нас есть прекрасные чаты, у вас есть вышестоящие директора, всегда спрашивайте,
наблюдаете своим спонсором, я не знаю, может поэтому там такой рост. Я очень часто звоню Ане, скажу, спасибо большое, что нормально это реагирует. Потому что если человеку интересно, конечно же, они будут успехи, если он будет это делать. Вот. Ну, а так, конечно же, всем еще раз огромное спасибо. Девчонки, команда «Сплей», я вас очень люблю. Я вас очень люблю. Хочу скорее, чтобы вы тоже выступили вот так вот на вебинаре. Вот. Все, я отключаюсь. До встречи в воскресенье в прямой трансляции на канале YouTube.